Пикеты, баррикады и живые щиты обещают организовать жители поселка Загородный, если на полях возле их микрорайона начнут строить мусорный полигон. Напомним, накануне на заседании комиссии по обращению с твердыми коммунальными отходами в региональном правительстве прозвучало предложение разместить необходимый городу мусорный полигон в поселке Загородном. Инициатором выступил генеральный директор крупной строительной фирмы КСМ «Сибирский железобетон» Михаил Альшанский. Там ему принадлежит земельный участок площадью 70 гектаров. Жители микрорайона утверждают, работы по организации свалки уже начались. Я очень возмущена до предела. Вот прям вообще все возмущены, с кем не общались. И так поселок маленький. И сейчас вообще еще и вот это если построят. Ну что это будет? Совсем не считают нас. Вот здесь за людей вообще не считают. Что хотят, то и творят. Зачем он нам здесь нужен? Здесь единственное место такое, наверное, во всем городе, что дышим чистым воздухом. На данный момент в Омске остро стоит проблема с мусорными полигонами. Все бытовые отходы города вывозят в поселок Надеждино, так как свалки в Кировском и Ленинском административных округах требуют рекультивации. Напомню, что в качестве альтернативной площадки ранее чиновники рассматривали соседние муниципальные районы. Предполагалось, что полигон будет оборудован в Таврическом. Однако эта услуга станет для мечей дороже. Везти мусор придется за несколько десятков километров от города. Официального ответа из мэрии, что все-таки строят в Загородном, нам так и не дали.